мы уже будем начинать, и я перейду к адженде нашего вебинара, то есть то, о чем мы сегодня поговорим. Буквально через пару минут я представлю себя и свою коллегу, мы так с вами немного познакомимся, расскажу о нашей компании, чем мы занимаемся. Вот. Дальше будет, ну, как бы наша основная тема доклада — это топ самых популярных проблем, топ-6 в режиме удаленной работы. Вот, с какими сложностями столкнулись и как с ними справляться. Дальше обсудим, что можно оптимизировать с помощью HR-автоматизации, также какие процессы можно организовать с помощью HRM-системы. Уже здесь моя коллега покажет на более практических кейсах с помощью вот, онлайн-системы PeopleForce, HRM-системы. И далее, под конец нашего вебинара, будет такое небольшое интервью с нашим приглашенной гостьей, HR-менеджер компании «Бизнес Конструктор». Я думаю, все вы знаете эту компанию. Вот с нами на связи Алина Толстикова. Так что дождитесь обязательно конца нашего вебинара и сможете услышать тоже ее какие-то интересные инсайты. Вот. Ну и закончим мы тоже таким блоком вопросов и ответов. Хочу сразу сказать, что если у кого-то по ходу вебинара возникают какие-то вопросы, вы можете писать здесь в чат. Чат находится у вас справа внизу, есть кнопочка. Наши менеджеры следят и будут мониторить, что вы туда пишете, и в конце мы пройдемся по главным вопросам, которые вы задаете. Ну что ж, тогда я перейду к представлению. Меня зовут Анастасия, я всех вас рада видеть на нашем вебинаре. Со мной также на связи моя коллега Татьяна, менеджер по развитию и специалист по HR-автоматизации. Татьяна, здравствуй, поздоровайтесь. Да. Всем здравствуйте, всех приятно видеть на вебинаре, спасибо. Супер. Пару слов буквально о нашей компании. PeopleForce — это комплексное решение по автоматизации HR-процессов, HR, подбор персонала, мотивация, вовлеченность сотрудника, перформанс-менеджмент. В общем, мы постарались объединить все-все-все составляющие human resource management, и таким образом стараемся облегчить работу HR-менеджера, HR-специалиста, освободить от рутинных задач и позволить им сосредоточиться на каких-то более интересных моментах. Мы на рынке достаточно недавно, но уже за короткий срок, за год успели пообщаться, познакомиться со многими компаниями, и средними, и маленькими, и большими в том числе. Вот. И рады, что помогли им внедрить HRM-систему у себя в бизнесе, потому что в больших компаниях, конечно, это сделать сложнее, кому-то это было сделать быстрее и легче, но вот мы стараемся и считаем своей миссией всем помогать, становиться более эффективными и улучшать свою продуктивность и эффективность. Перейду к следующему слайду. Здесь наша главная тема сегодняшнего вебинара — это топ-6 главных проблем, которые мы определили, с которыми сталкиваются HR-менеджеры во время работы всей компании на удаленном режиме, как мы называем Total Remote. В таких, конечно, условиях, наверное, никто не был готов к таким обстоятельствам, но вот в таких условиях оказались сейчас компании практически абсолютно все. Первая проблема будет для вас не в новинку, это проблема коммуникации. Да, конечно, при использовании мессенджеров и онлайн-общения могут возникнуть какое-то недопонимание, упускаться какие-то важные моменты, либо же теряется вообще командный дух, сплоченность, что-то вообще понимание общего направления и общего темпа. Здесь решением не новым являются созвоны, являются какие-то стендапы. Очень многие компании практикуют такие ежедневные 5-минутки, где команды созваниваются, да, желательно и с видео, и коммуницируют, общаются, обсуждают, что будут делать, какие моменты для них важны. Самым таким популярным решением для видеовстреч является сейчас Zoom, вот, где у нас и проходит конференция. Zoom, Slack, Skype.
в принципе, очень достаточно популярные инструменты. Что хотелось бы посоветовать конкретно здесь, помимо того, что использовать эти инструменты для встреч, вы можете также проявить креативность и находить какие-то более продвинутые тоже здесь прикольные штуки, лайфхаки. Вот, например, Zoom можно тоже скорректировать, посоветовать своим коллегам, да, кто там, кто хочет скорректировать, например, фон сидит на кухне, можно там в настройках это выбрать, и ты уже сидишь не на кухне, а можешь переместиться в какой-то виртуальный офис. Если же компания использует Slack, тоже очень популярный мировой такой мессенджер, и не только мессенджер, этому решению можно найти всевозможные, есть очень много Slack-ботов. Вот на слайде также представлены названия там некоторых ботов, но вы можете посмотреть, их на самом деле очень много. Некоторые боты можно использовать и настроить для автоматизации каких-то рутинных вопросов, да, ежедневных, которые вы задаете во время стендапов. То есть вы настроите, и автоматически всем участникам стендапа будут задаваться список вопросов, которые вы определите. Там, как твое настроение, что будешь делать, что делал вчера и так далее. То есть какие-то важные пункты, которые вы всегда проговариваете. Либо же есть, например, более уже какие-то другие боты, которые направлены там, в сторону геймификации, для проведения каких-то интерактивчиков и так далее. Какие-то боты можно использовать для назначения очков, например, за выполненные задачи. Какие-то боты помогут больше там с каким-то тайм-менеджментом. То есть здесь масса, большое поле диджитал инструментов, которые вы можете промониторить и предложить вот внедрить как новшество в своей команде. Также из таких недавних фишечек, тоже что узнала, украинские разработчики во время карантина сделали такое приложение, как Диван.нет, где можно проводить такие челленджи, да, всевозможные квесты. По-моему, суть этого приложения в том, что оно рандомно высылает вам какие-то задачи, которые задачи конкурса, задание, которое можно выполнить вообще не выходя из дома. В принципе, тоже это достаточно интересно, как такое решение для своей команды. Также, что еще хотелось бы добавить, если вдруг компанию, я знаю, многие тоже проводят какие-то мини-тимбилдинги в нормальных условиях, какие-то посиделки, там, какие-то мини-корпоративчики, тоже это все можно придумать креативно в онлайн-режиме, устроить, возможно, тематическую вечеринку, там вечеринка вина, все онлайн на связи, видеосвязи с бокалом вина, кто-то там проводит какой-то коллективный челлендж, кто-то проводит какие-то игры, то есть это тоже очень важно, потому что ежедневно, да, у вас люди общаются в основном внутри команды, а между отделами, между собой эти все команды взаимодействуют намного реже, так хотя бы они пересекались в офисе, а тут вот благодаря такой вашей инициативе они смогут тоже воссоединиться, так сказать, вот в онлайн-режиме по видеосвязи. Перейду уже дальше, тогда к следующей проблеме, много сказала про первую. Проблема следующая, более у нас организационного характера, это вопрос децентрализации информации, да, оставаться осведомленным, оповещенным, и даже вот в режиме удаленки. Здесь, конечно, вам помогут справиться тоже какие-то онлайн-решения, потому что даже если вы сам по себе организованный человек и держите все в каких-то личных пометках, этого недостаточно, нужно, чтобы ваша команда тоже была осведомлена. Тем более дома, кто чем занимается, вы немного так ощущаете себя в вакууме, потому что не знаете, кто заболел, у кого день рождения, кто доступен, кто недоступен для работы. Поэтому, если у вас будет все храниться в каком-то одном месте, и доступ к этой информации будет у всех сотрудников, вы тоже как бы избежите каких-то вопросов там с недопониманием или с недостатком внимания кому-то, если у кого-то годовщина работы, у кого-то день рождения и так далее. То есть даже на удаленке вы сможете все равно сделать приятно человеку, уделить ему время, свое личное внимание, поздравить его, и вся команда в том числе тоже будет иметь возможность быть осведомленными. Далее, двигаясь дальше, к проблеме следующей, проблема третья, проблема графики и
овертайма. Здесь, что оказалось интересным и неожиданным даже вот для меня во время подготовки этого доклада, я наткнулась на такое исследование, в котором говорится, что 30% людей на самом деле в режиме ремоута работают намного больше, то есть они овертаймят, а в офисе работали меньше, соответственно. Вот. Проблемы, конечно, могут быть разные, кто-то, ну, у кого-то там, да, не нужно спешить на метро, не нужно спешить на какие-то активности, которые могли бы быть в нормальном режиме, да, и человеку кажется, да что тут такого, погружусь с головой в работу и посижу дольше там, да, за компьютером. Здесь миссия HR-менеджера, конечно, держать руку на пульсе, держать четко все под своим контролем и мониторить. Решение, значит, номер один здесь, конечно, не обойдется без учета времени и учета задач. От деятельности компании уже будет зависеть, какой здесь вы инструмент для себя лучше подберете. Возможно, кому-то будет достаточно такой вот, там, да, самой популярной системы, как Trello, и просто вести учет задач. Кто-то уже более хочет вести учет конкретно времени, кто-то хочет трекать учет времени поминутно, кто-то нет. Здесь вам нужно определить, какие для вас будут ключевые показатели, и уже дальше внедрять это у себя в команде. Ну, если вот у вас, допустим, были какие-то работники на удаленке, то я думаю, что вы уже с этим справлялись. Но как еще альтернативное решение и подход, да, к овертаймам, к учету графика, к нагрузкам, перезагрузкам, может быть организация небольших таких активностей, да, для разгрузки мозга. То есть даже если человек, в принципе, не овертаймит, это тоже может быть ему полезно, буквально 5-10 минут уделить в течение рабочего дня какой-то такой разгрузке, какой-то системе возможных поощрений, или если вы настроите какой-то челлендж, то сотрудник сможет зайти 5-10 минут морально отдохнуть и уже быть более продуктивным в течение оставшегося рабочего дня. То есть здесь тоже зависит от вас, как вы подойдете, да, с какой стороны и как вы внедрите это в вашей компании. Двигаясь дальше, проблема номер 4. Многие, я знаю, столкнулись в этих кризисных условиях с сокращением штата. Да, я думаю, что это, наверное, самая распространенная такая ситуация. Либо же кто-то, наоборот, столкнулся с тем, что сотрудники выходят на работу в этот период, как вот у нас как раз в компании произошло. И структурность процессов, конечно, могла существенно потеряться, измениться и ну, вот, быть неорганизованной. Что здесь хочется отметить? Казалось бы, тоже очень общеизвестный факт, то, что онбординг офбординг — это, ну, вот, первое и последнее впечатление человека, сотрудника о вашей компании, и которое вот, прямо пропорционально влияет на HR-бренд вашей компании, оно формирует ваш HR-бренд. При этом, при том, что это вроде бы, ну, вот, такой общеизвестный факт в HR-индустрии, при этом все равно продолжают происходить какие-то истории с увольнениями, либо наоборот, с провалом адаптации. Вот даже самый тоже недавний интересный факт наша команда прочитала, когда мы готовились, вот один известный американский стартап, компания Bird, недавно уволили 200 человек, 200 человек уволили посредством двухминутного звонка в Zoom. В свою очередь сотрудники, они собрались как бы на эту встречу, да, они предполагали, что, наверное, компания расскажет какие-то планы, да, что там мы будем делать, как они планируют справляться с кризисом в данных условиях, но оказалось, что их вот так вот просто за две минутки уволили. Конечно, новость разлетелась вообще по всей сети, не только HR-бренд пострадал, как вы можете понимать, пострадала вообще, наверное, репутация всей компании, прославились они, конечно, своим поступком, но как этого можно всего избежать? Это, в первую очередь, организованность, поэтапность всех процессов.
столкнулись с удаленкой, да, значит, возможно, какие-то процессы, где была задействована живая коммуникация, все надо оперативно поменять и убедиться в том, что по каждой задаче, поэтапно сотрудники, которые принимают участие в этих процессах, они осведомлены, они знают, что нужно выполнить, в какой срок, и что для этого им нужно сделать. Лучше, чем HRM-системы, конечно, здесь решение не найти, потому что у всех есть доступ к этим задачам, и все видят прогресс. Все видят прогресс, как продвигается у кого-то онбординг, у кого-то оффбординг. Вам не нужно, особенно на удаленке, названивать, написывать всей своей команде, да, ты там сделал то, ты сделал то. В офисе это немножко промониторить легче, да, дернет там кого-то, особенно если все сидят в open space каком-то, то на удаленке без вот онлайн-решений справиться намного сложнее. Ну и, конечно, это все вам сэкономит и облегчит, скажем так, трату времени и своей личной энергии. Дальше, двигаясь к следующей проблеме, это сохранение эффективности, не менее важная вообще проблема, потому что даже вот особенно в этих условиях нужно следить за выполнением целей, за то, чтобы сотрудники тоже знали про эти цели и, самое важное, еще и понимали, да, понимали, какие цели на них поставлены и как даже вот его индивидуальная личная цель может повлиять вообще на общий успех компании. Вот именно когда человек понимает вот эту вот важность и значимость, да, своей работы, его эффективность немного повышается. Для этого есть разные различные методы. Самый известный OKR, я думаю, что многие его используют и знают, что это такое. Также вот что могут посоветовать из каких-то мировых практик, это метод 3P. Это планы, прогресс и проблемы. Значит, этот метод заключается в том, чтобы регулярно на всех стендапах, обязательно на всех, разбирать, вот задавать три вопроса, да, какие у тебя планы, какой прогресс, что ты делал, да, потому что у тебя были задачи какие, и какие проблемы, с чем ты сталкиваешься, возможно, что-то тебя стопорит в процессе выполнения задач. Вот это важно обсуждать, вот по мнению основателя Google, это как раз-таки этот метод привел их компанию совершенно на новый уровень, вывел, как только они вот внедрили этот метод у себя в компании. Ну и также не менее важно, да, проводить встречи, one-to-one и даже вот в удаленном таком формате. Это можно сделать. Что могу сказать по поводу one-on-one-ов? Хочется посоветовать не только поговорить с сотрудником, да, обсудить какие-то, выписать себе темы разговора, да, обсудить и все. После разговора не менее важно создать план действий. Вот вы провели встречу, вы отметили, да, вы там проговорили ключевые моменты, но очень часто это все вот так вот и остается в воздухе. Вот просто поговорили, хорошо, и на этом как бы разошлись. Если же вы составите для себя и для сотрудника план действий четко и пропишете, ему будет намного легче двигаться и вот уже воплощать это в работе. И тоже, что важно, сохранять все эти пункты, эти записи, и брать их с собой на следующую встречу, чтобы вы на следующем one-on-one могли обсудить, какой же прогресс по действиям был, потому что поговорили хорошо, какие произошли изменения, да, и какие действия выполнены, какие нет, какие, возможно, надо опять поставить человеку на следующий раз. Вот, тоже есть различные онлайн-инструменты, которые позволяют с этим справляться. Есть инструменты, которые чисто выполняют какую-то вот узкопрофильную опцию. Здесь тоже уже вы можете попробовать, потестировать и понять, какое решение будет именно вам больше подходить, на чем вы хотите сделать акцент, например. Двигаясь дальше. Последняя наша шестая проблема, последняя по порядку, но не по важности, это вовлеченность. Здесь основное, что хочется сказать, вовлеченность нужно измерять. Если вы еще не измеряли вовлеченность у себя в компании, это вот сейчас как раз идеальный, наверное, период и время, и возможность для того, чтобы начать это делать. Почему? Потому что это вам даст картинку в целом. Вы сможете понять, какая ситуация во всей компании. Невозможно поговорить с каждым сотрудником абсолютно, особенно если у вас
большая компания, да, много сотрудников. Здесь тоже есть несколько таких методологий, подходов. Один из таких более ненавязчивых — это муд-трекинг. Тоже есть много различных инструментов. Можно это реализовывать в мессенджерах, можно реализовывать с помощью каких-то опросов. Муд-трекинг заключается в том, что вы задаете какие-то ненавязчивые вопросы тоже на регулярной основе вашим сотрудникам. Это буквально 2-3 вопроса, чем меньше и проще, тем лучше, и даете простые формы ответа сотруднику, чтобы он понимал, что да, окей, он сейчас не потратит много времени на это, и там, раз в неделю отметится, да, там, настроение, все окей, все отлично, либо же наоборот, там, что-то не так. Есть вот такой вариант трекинга, да. Есть уже более, скажем так, продвинутые опции, как, например, пульс-опросы, суть которых в том, чтобы в первую очередь определить драйверы и категории бизнеса, которые вы хотите померить. Здесь недостаточно просто составить список вопросов и разослать на всех, потому что в таком случае вы не сможете собрать статистику, которая вам расскажет, что происходит в компании. Здесь вот вы начинаете с того, да, что выбираете категории и драйверы. Это может быть там мотивация, развитие, достижение целей и счастье. Может быть, их намного больше, может быть, меньше. Здесь важно обсудить это с топ-менеджментом, утвердить, и желательно, чтобы вот эти вот категории оставались неизменными на протяжении всего времени, чтобы вы следили, как вот сквозь время меняется вообще картинка, как меняется статистика, что вам удалось улучшить, развить в компании, да, что наоборот, может быть, возможно, где-то в каком-то департаменте есть проблемы. Здесь тоже про эти опросы на самом деле можно много чего сказать, и это целая наука, есть много статей о том, какие вопросы можно задавать, а какие нельзя, потому что один и тот же вопрос, вернее, ответ на один и тот же вопрос очень часто зависит от формулировки, как вы его сформулируете, такие вы ответы и получите, да, то есть, возможно, уже где-то в вопросе заложена негативная или, наоборот, положительная реакция для ответа. Вот, поэтому очень важно тоже уделить этому времени и регулярно использовать свои компании, внедрять и таким образом всегда видеть, какая вовлеченность сотрудников. Потому что вовлеченность — это вот, если вы послушаете всех, наверное, бизнес-коучей, все говорят, что это 90% успеха компании. Не вложения, не инвестиции, а именно вовлеченность сотрудников. Вот. И сейчас, конечно, и тоже касательно вовлеченности и вообще многое другое на практике покажет моя коллега Татьяна. Вы сможете увидеть, как уже на наглядном примере понять, как это выглядит, как это можно сделать и как вообще выводить статистику, да, и многое-многое другое. Не буду много говорить. Вот. Я сейчас тогда передаю слово Татьяне. Татьяна, ты с нами на связи. Да, еще раз здравствуйте. Так, тогда я уже перейду на свой экран, переключусь, и тогда буду показывать эти, скажем так, проблемы и их решения, которые можно покрыть на функционале нашей системы PeopleForce. То есть покажу, не буду показывать полностью все демо-системы, покажу только те решения, которые очень круто работают на удаленке. Так, я расширила свой экран. Первое, наверное, на что хочу обратить внимание, это вот на первую проблему, о которой говорила Настя, то есть это проблема коммуникации. Какие инструменты можно использовать в PeopleForce в разделе HR для этого? То есть первое — это объявления. Да, то есть можно эти объявления использовать, ну, такой инструмент по рассылке, по оповещениям всем сотрудникам. Там в письме это может что-то потеряться, это могут письма идти там вниз-вниз-вниз, здесь это всегда будет у сотрудников перед глазами. Также в системе можно использовать различные фильтры, отправлять эти оповещения можно на почту, можно отправлять эти оповещения различным департаментам, либо же всем сотрудникам. И, конечно, для такой более интерактивной такой вот формы можно использовать также и комментарии, которые можно, то есть сотрудники могут это все комментировать. Опять же, если на удаленке это случилось, что у ваших сотрудников дни рождения, годовщины работы в компании, то есть можно здесь также постить об этом объявление, все сотрудники смогут зайти в комментарии, поздравить. И это такой вот инструмент, который тоже можно использовать про различные
оповещение сотрудников. Дальше по второй проблеме, это по отсутствиям, наверное, такая самая болючая тема, это учет отпусков, учет отсутствий, так как сейчас все у нас отсутствуют в офисе. Все-таки важно понимать, кто сейчас в рабочем режиме, в рабочем процессе. Для этого система в системе предусмотрен учет отпусков и любых видов отсутствий, то есть можно эту информацию увидеть здесь на основной странице, то есть все сотрудники будут видеть, кто отсутствует, кто сейчас не в рабочем процессе, кому нужно обращаться в случае того, если тот или иной сотрудник отсутствует. Эту информацию можно увидеть на основной странице, и также ее еще можно увидеть в календаре. Так, поставлю сейчас. Так, эту информацию можно увидеть в календаре. Вот здесь есть абсолютно все виды отсутствия, все события такие, как последний день работы сотрудника, первый день работы, окончание испытательного срока, все отпуска. И если же руководитель хочет эту информацию посмотреть только по своему отделу, то есть он может включить такую функцию, как прямой отчет, и посмотреть все эти события только же по своей команде. Вот это можно здесь. Также можно пофильтровать по департаментам и по локациям. Также упомяну, что этот календарь может быть интегрирован в ваш календарь, и все эти события могут быть тоже отображены там, не заходя в систему. Третью проблему, которую хотела бы рассказать, это проблема онбординга и оффбординга. Все-таки правда, что очень важно оставить о себе хорошее впечатление, поэтому в системе можно этот процесс структурировать, и также HR может иметь возможность следить за этим процессом. Конечно, изначально его нужно построить, подумать о том, как это должно происходить, продумать структуру, что будет идти, зачем. И вот так вот это будет выглядеть в системе, если этот процесс настроен. То есть вы можете продумать здесь не только подготовку к выходу нового сотрудника, но прописать еще и его адаптацию. Плюс вы, конечно же, можете следить за этой адаптацией, что выполнено, что не выполнено, когда уже нужно назначить какую-то личную встречу после адаптации. То есть все ли подготовлено к выходу нового сотрудника, и если так случилось, что у вас приходит выход нового сотрудника, это, конечно, нужно его не обделить этим вниманием, какое было бы, если бы он пришел уже в обычный режим, вот, без этой удаленки. И именно для этого, для такой вот структурности есть такая функция по онбордингу. Абсолютно то же самое есть и по оффбордингу, то есть вы можете также себе продумать ваш собственный обходной лист, когда сотрудник уходит, чтобы тоже это не было, скажем так, такого вот беспорядка, что нужно кому-то написать, проконтролировать, кто что сделал, кто что не сделал. Также здесь этот процесс можно прописать и следить за его выполнением. Все ли сделано, все ли выполнено, и если кто-то что-то не выполнил, можно уже смотреть, кто за него ответственный, и уже можно писать тогда только при необходимости. Также, наверное, то, что забыла сказать про адаптацию, здесь вы адаптацию также можно использовать и практиковать в PeopleForce. Можно это делать таким образом. Вы можете сотрудникам своим ставить задачи по адаптации. Информацию и материалы по адаптации вы тоже можете загружать в PeopleForce. Тут есть плееры, вы можете загружать различные тренинги, либо же welcome-буки. В общем-то, все можно хранить в базе знаний. Это особенно полезно, что сотрудники... Ну, обычно вся информация, вся такая нужная информация хранится на Google дисках, либо же в различных папках, в общих, не общих, у кого-то есть доступ, у кого-то нету. В PeopleForce же есть возможность сформировать базу знаний, и будет возможность у сотрудников видеть всю эту информацию здесь. Так. У нас, наверное, кто-то подключился. Кто-то отключил микрофон, есть. Да? Да-да, я отключила. Так, после адаптации важно тоже проговорить про цели сотрудников. Так как удаленка, скажем так, не избавляет сотрудников от выполнения их целей, их планов, важно тоже всем сотрудникам проставлять эти цели, и нужно, чтобы сотрудники их видели, знали и имели доступ к их, к редактированию их прогресса. То есть здесь можно прописывать цели, ключевые результаты к этим целям, и сотрудники, ну, скажем так, каждый сотрудник должен, ну,
быть, скажем так, тем винтиком в этом большом механизме и влиять на общую продуктивность, на прогресс в компании. Это можно посмотреть информацию не только в рамках одного сотрудника, то есть его цели. В PeopleForce можно посмотреть также и цели на всю компанию, то есть можно посмотреть на цели всех департаментов, можно посмотреть на цели, на индивидуальные цели каждого сотрудника, подкреплять их к целям департамента, и можно простраивать целое дерево этих OKR-ов, и таким образом можно следить за их продвижением. Помимо целей, конечно, очень важно проводить встречи, онлайн-встречи, да, так, скажем так, встречи в режиме онлайн, one-on-one. То есть важно тоже понимать, какая будет структура этого one-on-one. Важно не просто встретиться, созвониться, проговорить, все ли хорошо или все плохо, важно понимать, о чем будем разговаривать. Для этого нужно простраивать структуру, о чем мы будем разговаривать, какие будут проговорены моменты, также какие будут предприняты действия с этим сотрудником. Это очень важно делать также с ключевыми сотрудниками, потому что важно понимать, что они с нами останутся дальше после удаленки, конечно же, и важно всю эту информацию также хранить. В PeopleForce эта информация подкрепляется в карточке каждого сотрудника, и можно смотреть, какие были моменты уже проговорены, какие нужно будет проговорить уже в следующий раз, то есть это все можно здесь фиксировать, хранить и вести такой вот учет по всем one-on-one-ам. Дальше, что еще хотелось бы сказать, что, конечно, важно проводить встречи со всеми, узнавать, как у них дела, какой у них идет прогресс, но важно не забывать про всех сотрудников, особенно если сотрудников много, поговорить, конечно, там, с ключевыми очень важно, но нужно не обделить всех остальных сотрудников. Именно поэтому важно проводить какие-то регулярные опросы, тем более в таком вот режиме удаленки, как сейчас, важно узнать мнение каждого, как себя все чувствуют, как они вовлечены, как у них проходит процесс работы, как у них дела. Вот поэтому очень важно проводить такие вот опросы. Сейчас, наверное, их нужно проводить немножко больше, чтобы понимать ситуацию в общем. Здесь в системе можно проводить опросы, смотреть рейтинги по этим опросам. И плюс, если вы проводите одинаковые опросы приблизительно там, раз в две недели, раз в месяц, можно будет потом сравнивать результаты. Что-то улучшилось, что-то ухудшилось, какие нужно действия предпринимать. Здесь можно увидеть рейтинг. Также в этих опросах можно делать группы, то есть группы здесь уже есть по умолчанию в системе, которые можно использовать, но если у вас есть какие-то другие группы, скажем так, драйверы, их можно будет тоже создавать и подкреплять под вопросы. Покажу, наверное, да, как вот выглядит, показала, что можно посмотреть общий рейтинг, можно также посмотреть, как люди отвечали на каждый из вопросов. Вот можно посмотреть, кто ответил. В системе предусмотрены фильтры, то есть вы, если этот опрос анонимный, а зачастую при анонимном опросе, конечно, люди отвечают более честно, но тоже важно понимать, откуда идет отклик. То есть для этого в системе есть фильтры по всем опросам, можно посмотреть их по возрасту, по позиции, по локации, также по сроку службы в компании. То есть тут можно использовать такие фильтры и с помощью них даже при анонимном опросе понимать, откуда идет какой отклик. Помимо этого, также можно посмотреть, как люди комментировали, как они комментировали свои ответы по каждому из вопросов. То есть это можно все здесь с помощью фильтров посмотреть, кто как отвечал, и тоже приблизительно понимать, какие идут отклики. Плюс, конечно, в системе есть возможность выгрузить всю эту информацию в Excel и в PDF, чтобы это можно было тоже сделать какую-то презентацию для того же HR, для руководителя. И очень, если этим всем грамотно пользоваться, то можно держать руку на пульсе и мониторить, как вообще дела у всех сотрудников. Наверное, по таким вот самым таким вот прикольным функциям, которые можно использовать в режиме удаленки, у меня, наверное, все. Не буду показывать все демо. Если кому-то, конечно, интересно, могут контактировать нас, мы покажем больше, что есть по другим блокам, которые есть в системе. А пока что, наверное, я хочу перейти к следующей части нашего вебинара. Это уже, наверное, хочу представить нашу гостью, Алина. Алина, ты с нами?
Да, с вами подключаюсь. Так, мы пока что не видим, только слышим. Да. Привет. Да, добрый день. Да, здравствуйте. Меня зовут Алина, я HR-менеджер компании «Бизнес-конструктор». Немножко расскажу о себе и о компании. Компания «Бизнес-конструктор» — это образовательно-консалтинговая компания. Мы помогаем систематизировать бизнес и различные процессы в компаниях. В компаниях, в принципе, сотням бизнесменов, потому что каждый бизнес, он строится одинаково, есть определенные ключики. Мы проходим с ними весь этот путь и помогаем им все отстроить, чтобы все работало как часики. Я в компании работаю HR-менеджером уже более 4 лет. Мы считаем себя достаточно культурно ориентированной компании, у нас очень отстроенная HR-функция, мы заботимся про наших коллег, про коллектив, и у нас достаточно много HR-процессов и метрик, которые мы измеряем. Вот, поэтому мы очень долго подбирали систему автоматизации наших процессов, потому что мало систем, которые подходят под все наши метрики, которые способны хотя бы половину их учесть и как бы помочь нам в автоматизации и измерении этого. Вот. Но около полугода назад мы нашли PeopleForce, и с того момента вот они нам помогают, очень круто сотрудничаем. Сейчас расскажу, с чем именно. Вот, какими трудностями мы столкнулись на удаленке. Первое — это то, что мы не можем общаться с ребятами, а нам, как HR-менеджерам, это очень важно — контролировать эмоциональное состояние сотрудника, видеть по каким-то даже невербальным признакам, потому что по переписке ты не всегда сможешь считать какой-то эмоциональный фон сотрудника и определить, как он себя чувствует, как у него дела и что с ним происходит. Вот, это то, что когда выходят новые сотрудники, им очень важно видеть причастность в культуре, причастность вообще компании, чтобы адаптация была в коллективе хорошая, чтобы с ними все общались, и они, в принципе, могли себя почувствовать тоже частью компании. Вот на удаленке это, конечно, очень, смазываются эти процессы, и они тоже как бы присоединились к компании, но все равно, по сути, находятся дома, работают дома, и ощущение иногда бывает странное. Вот, но у нас мы поддерживаем единое инфополе, с ними постоянно общаемся в коммуникации. Вот, также PeopleForce нам очень с этим помогает, потому что есть там онбординг. Новичок, в принципе, заочно видит команду, видит всех сотрудников в организационной структуре, может с ними общаться. Мы общаемся в Телеграме. Там же у нас есть новостной канал, где мы раз в неделю постим все новости про компанию, также по потребности каждый день что-то публикуем, вот, проводим какие-то обучения, вот, чтобы все-таки как-то ребята чувствовали причастность к этому. Потом, что еще? Это сложно отслеживать загрузку сотрудников, потому что есть, конечно, совестные ребята, которые все делают как часики и даже лучше, но иногда бывает такое, что человек выпадает из рабочего процесса, и непонятно, он тебе не отвечает, и ты не понимаешь, он там на обеде, например, или он не прочитал сообщение, или проигнорировал, или забыл, или там сейчас занят, поэтому... Мы решили это таким образом, мы создали такой дашборд, где каждый руководитель фиксирует цели своих сотрудников, сотрудники пишут отчет за день, за неделю, пишут свои планы на следующую неделю, и также каждый понедельник у нас есть такая планерка, он называется у нас стендап руководителей, где каждый рассказывает, какие цели были достигнуты и что его отдел планирует на следующую неделю. Вот, в принципе, это нам пока уже достаточно помогает. Потом, это технические сложности, такие как Wi-Fi, перебои электроэнергии, там еще что-то, вот, потому что когда в офисе все-таки есть системный администратор, который в любой момент может подойти к тебе, что-то не получается, он решит, там, поможет, устранит эту проблему, все будет окей, вот, а дома, к сожалению, не всегда эти моменты решаются так молниеносно, вот, но мы уже научились, в принципе, тоже в удаленном формате работать с нашим системным администратором, и он уже подключает к нам и тоже решает там эти вопросы. Если вдруг человек отключили у него там свет, либо что-то еще произошло, он просто пишет руководителю, и руководитель уже как бы эти моменты учитывает. Вот, в принципе, это не страшно. Вот, в целом так. Если говорить о том, какая польза PeopleForce для нас...
первую очередь это то, что все в одном месте, потому что мы долгое время, у нас очень много, еще раз повторюсь, наверное, всех этих процессов и много Google Доков, которые мы создавали для их ведения. Mm-hmm. Это, во-первых, неудобно, это идет все вручную, есть как бы возможность ошибиться, как просто человеческий фактор, и тогда все данные там из-за одной ошибки пойдут неправильно. И плюс есть различные там виды доступа, и иногда бывает так, что кому-то доступ оказался открытый, кому-то закрытый, и уже человек увидел ту информацию, которую он не должен был видеть, либо он не видит ту информацию, которую должен. Вот. Соответственно, с PeopleForce мы зашили большинство уже файликов туда, и теперь ты открываешь, ты точно знаешь, что система все считает, ну, в любом случае лучше, чем человек, вот. Нет каких-то волнений и переживаний, и в любой момент у тебя есть доступ там, к необходимой информации у каждого человека. Нет путаницы с отпусками у нас, потому что раньше совсем давно мы считали это вручную, потом мы перешли считать еще в одну систему, там были ужасные сбои, и мне приходилось вручную это все пересчитывать. А отпуск — это все-таки важная, ну, очень важная часть, потому что это связано с финансовой частью сотрудника, заработной платы, и если ты ошибешься, то как бы есть риск того, что просто ты там, ну, дашь сотруднику выше заработную плату, либо дашь ее меньше. Вот, соответственно, все это приходилось пересчитывать, сейчас это все в PeopleForce, и вот на протяжении уже 4 месяцев сейчас это работает без сбоев, это всегда все хорошо, я знаю, что если я захожу в систему, я могу там всегда увидеть актуальный остаток отпуска, и также и сотрудник, он заходит и видит, какое количество у него дней, он понимает, как ему эти дни насчитываются, потому что система это показывает, когда он их потратил, и не возникает каких-то, ну, недопониманий по этому поводу. Это еще то, что мы не забываем теперь про годовщины, дни рождения, потому что компания у нас большая, у нас, ну, как относительно большая, у нас чуть больше 100 человек, плюс офисы в разных странах, в 2 странах у нас Украина, Казахстан, все, но мы очень общительные, и нам важно поддерживать друг дружку. Теперь, ну, и, конечно, выпадают такие там даты, как дни рождения, годовщины, вот этого всего много, иногда забываешь, какой день недели, вот, а, ну, и, соответственно, вот такие моменты тоже иногда вылетают из головы. Теперь есть у нас календарь, дашборды, на который ты всегда заходишь, когда работаешь в системе, у тебя он сразу показывает, у кого в этот день рождения, кого не нужно не забыть поздравить, у кого завтра там годовщина, вот, и всегда на чеку, всегда, ребят, теперь поздравляем вовремя. Что еще? Это база знаний. Теперь действительно все в одном месте, потому что тоже мы готовим много документов для наших сотрудников, стараемся обеспечить единое информационное поле. У нас есть и хендбуки, и какая-то информация о компании, то есть, ну, такая информация, которая полезна для всех, вот, и у нас это было по разным ссылкам, где-то мы публиковали, и постоянно были запросы от ребят, что дайте ссылку на этот документ, дайте на этот документ, вот, и мы, конечно, их публиковали, но в переписке, в очень объемной такой переписке они теряются, поэтому сейчас мы зашили все в базу знаний, и если есть какой-то запрос, вот, человек знает, что если он зайдет туда, он, в принципе, все там абсолютно может найти. Вот, что еще? Это обучение наше, мы тоже стараемся минимум раз в неделю, в идеале пару раз в неделю проводить какие-то обучающие мероприятия для сотрудников, и ребята говорят, что вот, если бы вы говорили раньше, то мы бы больше приходили на эти мероприятия, мы бы больше участвовали, так не хватает времени. Сейчас в PeopleForce также есть база уведомлений, где мы там раз в месяц, раз в 2 недели ее обновляем и пишем наперед, какие там, например, в этом месяце у нас планируется обучение, туда публикуем, и уже каждый себе может зайти просмотреть, что там его ждет через 3 недели, через месяц, через 2 недели, и запланировать свое время, чтобы точно прийти на это обучение, точно его не пропустить, и как бы все было окей. Так, что еще? Это, конечно, помогает тоже нам держать единое инфополе, это и с новичками, и, в принципе, с командой, потому что, опять же, вся информация, она сконцентрирована в одном месте и не разбита по, как бы, разным там папкам, файликам и тому подобное. Вот. Так, следующий момент — это как PeopleForce помогает в ежедневной рутине и, как бы, в принципе, в процессах. Это вообще, чем полезен PeopleForce? Это автоматизированный рекрутинг, потому что очень много, ну, как бы не то, что много, но есть внутренние заказчики, которые часто спрашивают информацию по процессу, на какой сейчас стадии кандидат, что там, сколько было кандидатов прособеседовано, сколько делают тестовое задание, там, делаете ли вы что-то вообще по нашей вакансии. Вот, теперь мы можем создать
там определенный доступ для того руководителя, по которому ведем вакансию, он заходит и сразу видит, он видит, что все окей, там рекрутеры проводят собеседование, сейчас провели там 10 собеседований, двоих отобрали, там три не подошли, и вот у него не возникает вопросов, что вы вообще там ну, ничем не занимаетесь, вот, всегда актуальная картина перед глазами. Что еще? Это есть возможность давать как бы своевременный фидбэк кандидатам. Всегда есть возможность зайти в эту базу и как бы видеть, что было сделано. Точно так же через PeopleForce есть возможность приглашать руководителей на финальное собеседование. Они не нужно отправлять еще раз резюме, опять же, в мессенджерах, чтобы где-то оно терялось. Вот, оно все, все данные прикреплены в PeopleForce, и руководитель сразу может зайти на это посмотреть. Очень удобно, что отсортированы, как уже показывала Татьяна, по онбординг, адаптация и офбординг, то есть тоже есть всегда актуальные данные, сколько человек сейчас проходит адаптацию, на каком они этапе. Очень круто, что есть такая немножко геймифицированная уже адаптация, то есть человек идет по баллам, он видит, каждый человек может видеть, как у него прогресс идет на периоде адаптации, сколько он прошел, сколько ему еще там осталось. Мы уже начали пробовать это с нашими ребятами, вот от них очень классный фидбэк, очень нравится, все спрашивают там, сколько у тебя баллов, какой у тебя процент, сколько ты прошел, сдал, и такой момент немножко конкуренция создает, и это позитивно влияет. Вот, и в принципе, когда мы презентовали только систему на команду, потому что такие внедрения, они ну, достаточно болезненны, потому что это еще одна система, нужно адаптироваться теперь к новому, было другое, вот, но, как ни странно, мы получили сразу позитивный отклик от команды, что вот круто, будем с ней работать. Вот, поэтому это как бы сразу уже хорошо. Что еще? Это, наверное, то, что можно создавать очень много доступов, это то, как бы чего не хватало, наверное, в других системах, которые мы анализировали до этого. Потому что, как правило, есть там 2-3 доступа, и все. Вот здесь ты можешь делать неограниченное количество. Если ты хочешь, чтобы у твоего руководителя там был доступ только к каким-то контактным данным, либо к адаптации ты можешь это настраивать, либо ты хочешь, чтобы у него был ко всем функциям, но только к одной не было. Ну, и, в принципе, различные вариации, вот, ты все можешь отслеживать, можешь настраивать, и, как бы, каждый может видеть только ту информацию, которая ему необходима. Что еще? Ну, достаточно много полезно. Да, достаточно много. Спасибо большое. Мы ждем опросы, они уже есть, вот, но сейчас будем еще их донастраивать эффективность, будем совмещать с индивидуальными планами развития, вот, и уверена, что будем автоматизировать, и дальше будет еще круче. Спасибо. Да, спасибо большое. Класс, супер, спасибо большое. Да, за развернутые ответы. Да. Конечно. Хорошо, тогда, наверное, я буду переходить к последнему блоку. Это про бонусы и подарки. Настя, наверное, начнет про наши бонусы. Да, в качестве благодарности за то, что вы проявили интерес к нашему вебинару, у нас для вас несколько таких приятных бонусов. Первый бонус — это бесплатный модуль «Пульс». Напомню, что модуль «Пульс» отвечает за вовлеченность ваших сотрудников. С помощью него вы сможете вести все возможные учеты, опросы, трекинги, выводить статистику, фильтровать ее, проводить анонимные и неанонимные вопросы и вообще видеть ситуацию в вашей компании. Вот. До конца мая этот модуль у нас идет бесплатно для новых клиентов, поэтому можете вот сконтактировать нас и оставить свою заявочку. Дальше от нас второй бонус — это скидка на 2 самых популярных модуля нашей системы — это People HR и People Recruiting, модуль по подбору персонала и по автоматизации HR-процессов. Вот ниже на слайде, да, указан промокод, который вы можете использовать и получить эту скидочку. И следующий бонус, третий от наших клиентов и партнеров, бизнес-конструктора. Алина, вы расскажете, да, наверное? Да, давайте расскажу. У нас будет мастер-класс по построению удаленной работы. Вот, в принципе, то, что на данный момент очень актуально, потому что карантин продолжается, и нет конечной даты, сколько он будет. Вот, мы
На этом мастер-классе он будет бесплатный от нашего основателя Кирилла Кмицкого, который также там основал все виды обучения, которые там есть у нас в компании. Видела, там был вопрос, чему мы обучаем. Мы обучаем, у нас обучение направлено на собственников и топ-менеджеров, потому что мы учим либо отстраивать там полностью бизнес с нуля, все бизнес-процессы разбираем по косточкам, либо также есть обучение для HR-директоров, для руководителей отдела продаж, для финансовых директоров, то есть, в принципе, отстраиваем отдельно функцию. На этом мастер-классе Кирилл расскажет про то вообще, про какие есть сервисы для дистанционной работы, про то, как правильно обустраивать работу, как правильно контролировать эффективность работы, также про, в принципе, про антикризисное управление, потому что сейчас большинству компаний очень нелегко, особенно те, у кого нет возможности перейти в онлайн, либо там тесно связан бизнес с действующими ограничениями по карантину. Вот. Поэтому он очень детально разберет, какие там есть варианты, как обойти этот карантин, что придумать нового, как повернуть процессы так, чтобы все-таки выстоять в этот нелегкий период, вот, и как организовать работу команды, будет очень интересно, поэтому приходите к нам. Класс, здорово. Да, вот тут спрашивают дату мастер-класса. Он будет, если не ошибаюсь, 14 числа. Вот да, там по ссылочке будет, сейчас посмотрю. Да, 14 апреля в 19:00 он будет. Угу. Супер, отлично. Ну и также вот скидка, да, есть на курс специально от вас. Да, там если для участников мастер-класса, потому что если вы понимаете, что для вас это актуально, конечно, там будут инструменты, но для того, чтобы полностью пройти, чтобы полностью перестроить свой бизнес либо какие-то ключевые процессы в команде, одного вебинара мало. И если вы проходите программу, у вас есть кураторы, которые полностью с вами проходят этот путь, есть домашние задания, то есть все как в такой школе, только для бизнесменов, вот, которые вам помогают весь этот процесс пройти и как бы точно дальше изменения будут. Вот, скидка для участников, она обязательно будет для тех, кто прослушает этот мастер-класс. Отлично, спасибо вам большое. А вам. Спасибо еще раз. Да, ну что, тогда перейдем к вопросам. Да, я думаю, что можем перейти к вопросам.